Новые правила и новые возможности. Диспансеризация в 2019 году претерпела значительные изменения. Этот вид обследования организма стал доступен россиянам с 2013 года. С тех пор профилактические медосмотры прошли порядка 90 миллионов человек. От обычного визита к терапевту такие обследования отличаются в первую очередь поводом. Как раз последнего для диспансеризации вовсе не нужно. То есть ждать, что где-то заболит, не обязательно. Одна из целей диспансеризации как раз предупредить возможные заболевания. Насколько эффективны предложенные методики, какие возможности дает диспансеризация волокжанам, об этом сегодня в нашей лаборатории. Вообще-то я участкового был сегодня, так вот она сказала, что раз не проходили ни разу, так сходите. Вот так с легкой руки терапевта череповчанин Михаил Марашов оказался в кабинете профилактических осмотров. За помощью к врачам мужчина последний раз обращался еще в прошлом веке. Признается, сам никогда, наверное, не собрался бы пройти диспансеризацию, но от предложения медиков отказываться не стал. Врача так я последний раз лет 20 назад был. Вообще просто понадобилось некоторое. Выписки такие зашел. Мой секрет здоровья, я думаю, что это все-таки генная ситуация такая нормальная. Иммунитет, видимо, сильный. Ну и достаточно здорового образа жизни. Источником информации для Надежды Басковой стал интернет. Дополнительная возможность оценить состояние здоровья и заботы родителей привели девушку в поликлинику. Анализы можно сдать без очереди и без и врачей пройти тоже без очереди. Поэтому я решила. Да и родители не стояли. Думаю, что это все-таки нужно пользоваться молодым людям, если можно пройти врачей, как бы, не сидеть вот в этих же четырех с бабушками, как бы можно. Думаю, что да. Диспансеризация – это профилактический осмотр. В первую очередь на нее ждут именно тех, у кого ничего не болит. Смысл всей процедуры – предупредить возможные болезни и в случае необходимости вовремя начать лечение. Это особенно важно, когда речь идет об онкологических заболеваниях. На начальных стадиях сегодня успешно лечится большинство видов рака. При поздней диагностике, увы, шансы намного меньше. При этом, говорят медики, онкология редко появляется из ниоткуда. Главные предпосылки – нездоровый образ жизни и хронические заболевания. Таких пациентов надо наблюдать, надо своевременно оздоравливать именно в плане профилактики появления опухолевой патологии. А так у нас никто не отменял, у нас ежегодно должны пациенты осматриваться терапевтом, должна выполняться флюорография для ранней диагностики опухоли легкого, у нас должны выполняться осмотры гинекологом. Одни из лучших показателей, наверное, в сервисе онкологии гинекологи именно за счет цитологических мазков ежегодно. Должны ежегодно женщины после 40 лет проходить маммографию. Должна смотреться ротовая полость. Есть раки наружной локализации, которые выявляются практически визуально. То есть они не требуют какой-то там дорогостоящей аппаратуры, каких-то сложных методов исследования. Но именно они лидируют в рейтинге, говорят медики Череповца. Раковые поражения кожи составляют 40% от всех злокачественных новообразований. По всему миру заболеваемость меланомой постоянно растет. Такая же тенденция наблюдается и в России. Вологодская область в этом отношении не исключение. За последние 10 лет заболеваемость в нашем регионе увеличилась на 2%. На втором месте рак легких и молочных желез, на третьем поражение желудочно-кишечного тракта. В рамках диспансеризации больше половины таких новообразований удается выявить на первой-второй стадиях. Помимо профилактического медицинского осмотра, который будет ежегодно у каждого человека, у нас добавляется еще такое понятие, как онкоскрининг. Туда будут входить дополнительные исследования как для мужчин, так и для женщин, для того, чтобы на ранней стадии в случае выявления определить развитие какого-то процесса и его исключить. С начала года врачи региона в рамках диспансеризации диагностировали онкологические заболевания у 15 пациентов, в половине случаев на ранних стадиях. Болезни и системы кровообращения впервые обнаружены у 417 волокжан. И это первое место в списке недугов. Сердце вообще, говорят, орган капризный и требует к себе особо бережного отношения. Сейчас оценке его работы уделено особое внимание. Молодежь у нас, к сожалению, тоже стала подвержена. Очень молодежь уже и из гипертонии приходит, то есть очень молодые, там от 23 до 24 лет уже приходят с гипертонией. Причем давление у них варьируется до 160 мм тутного столба. Молодежь не очень любит ходить в поликлинику. Они не всегда знают, что происходит у них с работой сердца, что у них вообще в крови происходит. Вот поэтому правильнее прийти, лучше посмотреть.
да, то есть состав крови и кардиограмму, и понять, есть ли проблемы или нет. Но больше, конечно, уже приходят жалобами, чем непосредственно здоровые люди. От работы сердца, в частности, напрямую зависит и качество жизни. Работоспособность у людей, она замедляется, кому-то начинает мешать жизни одышка, кому-то повышенное давление, у кого-то появляется головокружение, потому что все-таки кровеносная система, она у нас вся целая и единая, поэтому у кого-то быстрая утомляемость повышается, поэтому, ну, мы смотрим на это все. В рамках диспансеризации для пациентов стали доступны и дорогостоящие обследования, в их числе дуплексное сканирование брахицефальных артерий. Именно через них кровью снабжается мозг. Такое УЗИ назначается мужчинам от 45 лет и женщинам старше 55. Поводом для него станут три фактора риска – повышенное давление, холестерин, а также избыточная масса тела. Но и обычный анализ крови может многое рассказать врачу. Определить можно очень многое. Изменения по гемоглобину, да, то есть если низкий гемоглобин, анемия, так называемая, то есть как бы косвенный показатель какой-то онкопатологии, которая клинику еще может не дать, а у человека уже сдвиги в организме могут быть. Это и опухоли кишечника, и опухоли желудка. Вот. Причем чаще всего у молодых, да, то есть без клиники, поэтому сдача вот этих анализов, она обязательна. То же самое касается глюкозы и холестерина, то, что мы берем в биохимическом анализе, да, то есть ранее какие-то отклонения или изменения нам позволяют поставить диагноз, выявить рано нарушение толерантности к глюкозе или уже поставить диагноз сахарного диабета. В 2019-м правила диспансеризации вновь скорректировали. 6 мая в силу вступил новый приказ Министерства здравоохранения. Профилактическому медицинскому осмотру у нас подлежат все граждане, начиная с 18 лет. Ежегодные диспансеризации у нас подлежат возраста, начиная с 40 лет и до бесконечности. Граждане с 18 до 40 в диспансеризацию остаются также раз в 3 года, начиная с 18 лет. Раньше у нас было с 21 года. Порядок для всех общий. На первом этапе пациент получит направление на анализы и обследование. Например, во второй городской поликлинике Череповца для этого выделили специальный кабинет. Записаться можно по телефону, получить направление от терапевта или подойти самостоятельно. Это значительно экономит время пациента. На втором этапе – консультация терапевта. По результатам первого этапа диспансеризации активных жалоб пациента определяется второй этап диспансеризации, куда необходимо еще дополнительно сходить, либо какое исследование получить гражданину. По идее, каждому гражданину должна приходить весточка из поликлиники по месту жительства или из страховой медицинской компании, выдавшей полис ОМС. Это может быть СМС или обычный телефонный звонок. Но на практике так бывает далеко не всегда. Поэтому врачи советуют позаботиться о здоровье и взять инициативу в свои руки. Так что, если ваш возраст делится на 3, это повод пройти диспансеризацию. Многим пациентам кажется, что приходя на диспансеризацию, они тратят время, обследований мало. Кстати, спектр обследований расширился, появился общий анализ крови, фиброгастроскопия, обследование желудочно-кишечного тракта в определенном возрасте. Но это не так, потому что иногда даже осмотр врача может предварительно что-то заподозрить у пациента, поставить предварительный диагноз, и уже на втором этапе диспансеризации осмотра у своего участкового можно выявить определенную патологию. Отказать в прохождении осмотра в медучреждении не имеют права, так же, как и предлагать пациенту проходить те или иные исследования платно, если они включены в программу. В этом случае чиновники от здравоохранения предлагают сразу же набирать телефон страховой медицинской компании, которая указана в полисе. Сегодня именно страховщики выступают бесплатными адвокатами пациентов и, как правило, быстро решают вопросы по жалобам. По новым правилам работодатель обязан раз в 3 года предоставить сотруднику 1 день для прохождения диспансеризации с сохранением места работы и среднего заработка. Лицам предпенсионного возраста и работающим пенсионерам 2 дня ежегодно, также с сохранением места и среднего заработка. Для прохождения обследования работнику необходимо согласовать его дату и написать заявление. Проведение кардиограммки, маммографии, определение онкомаркера у мужчин на онкологию предстательной железы. То есть это сейчас у нас все входит в рамки диспансеризации, все доступно. Вот, в удобное время проводиться, да, и по вечерам, и, пожалуйста, в часы работы, ну, в течение дня. Вот, поэтому я думаю, что активно приходить на диспансеризацию пациентам, даже если тебя ничего не беспокоит, обязательно надо.